От всей души приветствую подписчиков моего канала на YouTube. Ну, данное видео носит форму доклада. Я от всей души хочу поблагодарить всех участников акции по сбору средств на издание книги Георгия Мазесова, повествующих о влиянии армян на различные отрасли жизнедеятельности Азербайджанской ССР. О важности этой книги я уже говорил в отдельном сюжете. Спасибо всем, кто был с нами. Благодаря вам сегодня книга сдана в типографию и фактически выполнена первая часть нашего проекта. Я передаю слово непосредственно Эдуарду Мазесову и Верик просто. Пожалуйста. Ну, ничего. Я, конечно, разделяю чувство праздничное, радостное чувство Виктора по поводу того, что мы начали работу по изданию этой книги. Я хочу поблагодарить просто в первую очередь своих российских друзей за то, что они взяли на себя ответственность вот, издание такой книги, помочь мне. Книга об армянстве, и книга очень значимая для армянства, книга очень ценная и очень важная. Мы уже говорили об этом на наших предыдущих репортажах. Книга должна быть важной частью всей нашей борьбы против искажения истории Азербайджана в республике Азербайджан. Искажение иногда такого, доходящего до смешного, когда просто заменяются армянские фамилии азербайджанскими и так далее. Я благодарен тем, что мы начали эту работу. У нас сегодня хорошее настроение, потому что мы благодарны всем тем, кто помог нам начать издание этой книги. И, наверное, на этом я закончу свое выступление. И в свою очередь я могу только поблагодарить Виктора Александрова и Эдуарда Николаевича Мазесова за то, что они позволили мне принять участие в этом проекте. Это действительно нужный проект для того, чтобы действительно восстановить историю, подлинную историю армян и армянства. Ну, моя здесь роль не слишком велика, но я благодарна всем людям, которые действительно приняли участие в сборе средств. И теперь надеюсь, что в скором времени нам все вместе удастся эту книгу выпустить в свет, и вы скоро ее увидите. Спасибо. Спасибо всем.